Так, ребята, всем привет. Сегодня 11 ноября. Все уехали. Мы пока с Надей вдвоем остались. О, господи, Вячеслав, я не знаю, до какого там будет. Сейчас поймет, короче. Дней на 15, наверное, точно. Ну, в общем, ботеночек на сегодня. Вкусняшка, как обычно. Это крошечка для Нади. Это для меня. Да. Орешки. Я сегодня пока пиво не хочу. Да, Надя? Ха! Всем привет! Привет! Начальника! Так. Курятину покормили, шланги убрали. Плюс 4 или плюс 5, короче, было, когда мы уходили. После этого солнышко выглянуло, наверное, плюс 8, плюс 9 прям сразу стало. В общем, у нас тепленько. Мы, наверное, Часика два поработаем, потом можно будет прогуляться куда-нибудь. И опять же расскажем о последних новостях. Короче, о московской, так сказать, пандемии. В общем, расскажем потихонечку. Будем надеяться, что сегодня солнышко целый день будет. Что будет с путем. В общем, давайте, так сказать, вот так. Чуть-чуть попозже. С вами увидимся. А, мне еще один шланг надо замотать, еще пивко домой принести. Ну, в общем, короче, делов полно. Ну, все, пока можем сосиски пожарить. Кружка. Это Крит, по-моему. Да, Крит. Написано. Крит, греческий остров. Сколько времени уже прошло? Вообще офигенно. Кстати, баллон, только это первое открывание его. И он уже нормально льется, так был холодненький. Ну, как в прошлый раз. В втором доме лежал, холодненький был. Сейчас налью кружечку и поставлю его в первый тамбур. Там у нас примерно плюс 7, поэтому температура даже, наверное, оптимальная для пива. Все будет путем. Сейчас время 12 дня, и можно потихонечку одну кружечку, на всякий случай. Я не виноват. Все, вот, оператор виноват. Нечего меня на улицу вытаскивать. Если бы я на улицу не вышел, не было бы пива, потому что пиво хранилось там. Видите, вот всегда вот есть кто виноват. Сейчас в данном случае оператора... Курицы бы съели сами себя, если бы мы не пришли. Ну, это тоже как вариант. Поэтому курочек мы покормили все путем. Водички им теплую налили на улицу. Внутри еще пока осталось. Вечером ведерочко принесем. Ну, короче, в общем, сегодня мы еще погуляем потихонечку с вами. Говорю, все расскажем. Что-то как все будет. Какая-то жопа, короче, шланги собирать. Короче, нижнюю часть я с самого начала повязал. Шланг к шлангу. Вот так оставил. Потом собрал колец 6-7. Просто тяжело потом их было собирать. Руками чисто крутил. Потом уже положил и плюнул. 50-метровый шланг, блин. Тяжеловато просто так собирать, поэтому лайфхак такой, то что можно все-таки вот так собирать. Придерживай ногой на всякий случай. Вон Надюша там это, курятина. Проталкивает домой. Вот эти кое-как. Этот, блин, не хочет носить. На пол. На полу полежит, ничего. Что с ним не будет? Короче, это ужас какой-то, блин, с этими шлангами. Ну так всегда. Вот не в то время. Просто бабушка с мамой приспичат. Налить бочки именно тогда, когда уже холодно будет. Нет, блин, вот надо в тепло собирать. Яблоки, кстати, тут. Наши. Так вот. Это я вообще кое-как. Он просто заледенел и все, он не хотел собираться. Иди яблочки себе возьми. Че такой недовольный? Курятина была загнана. Короче, свет мы оставили, может вечером выключим. По идее, нужно еще до 9 вечера где-то свет держать, чтобы они неслись нормалек. Ну, то есть у них продолжительность дня была нормальная. Ну, кто знает, короче, у меня там таймер реального времени стоит сзади. По идее, он должен выключать это все дело вовремя, свет и так далее. Но он, к сожалению, сломался. Поэтому приходится ходить и даже зимой.
Ну, это чтобы яйца не несли. Такая у нас сейчас ситуация. Не совсем жарко, я бы сказал, ноль, вообще ровненько. Но, в принципе, если шланги покрутить и потом пойти сразу прогуляться, то будет даже тепло, свежо. Так, что касается ситуации на сегодняшний день, кстати, выпуск выйдет сегодня же, 11 числа. Как я понял, Крым даже второй не особо зашел. Почему-то. Не знаю, хотя вот второй, мне кажется, даже поинтереснее. Ну ладно, хрен с ним. Там уже пишите комментарии под видео, почему Крым не зашел. Под Крым пишите комментарии, почему он не зашел, а может наоборот, почему он зашел. Так вот, вчера этот Собянин объявил то, что в Москве, Подмосковье, в основном, конечно, в Москве, с понедельника, то есть с 15 числа, с 15 ноября 2020 года, опять приостанавливают все веселительные там заведения, там что-то с вечера рестораны, там раньше можно было, сейчас типа в пандемии 50% кинотеатра занимать, в итоге сейчас будет то, что может быть 25 километров кинотеатра только занимать местами, то есть туда и очереди пойдут, и соответственно надо билеты быть конкретно либо заранее брать, либо как. Ой, ужас. По идее, больше ни на что это распространиться не должно. Знаю, что в Англии еще ситуация ухудшилась. Там это закрыли много всего. В основном люди на удаленке работают. Ну, это Англия. Воды в бассейне я вот так оставил. Это нормально. Даже вот корпус уже, да, образовался. Ничего не будет, не разопрет бассейн. Все путем. Если что, можно купаться. Но так чисто, на всякий случай. Так, мы, наверное, сегодня не пойдем прогуливаться. Что-то работы слишком много, поэтому я сейчас даже прям домой уже пойду. Сейчас кошку позову. Куда-то она умотала. И, в общем, иду ближе к дому. У нас здесь ситуация отличная. У нас никаких этих сраных выдумок, поверий в Буратино у нас нету, что у нас все нормально, никаких вирусов, которые придумают америкосы, нихт. В общем, как-то так. Ждем ребят, скорее всего, 13 числа, может будет прямой эфирчик, до этого, после этого, может быть завтра прямой эфирчик будет, уже подумаем, что да как. Сейчас работать, и еще раз работать. Вроде у нас убрано, все шланги замотаны, скважина перекрыта. Тележка тут, вот лесенку надо убрать. Вот это да. Да, ребят, напоминаю, у нас до сих пор уже второй раз, это недавно расцвели, розы расцвели. Вот это, конечно, огонь. Но вот сейчас они уже подморозились. Что с ними сделать? Мы немножко земли поднакидали, что да как. Здесь даже ягодки какие-то есть. Вот они, маленький-маленький огонь. То есть как-то у нас вот так вот потихонечку. Скоро елку будем украшать. Деревья потут. Ну, в общем, здесь та же розы. Мы посыпали немножко. Как-то так, последние новости. Вот такие. Ну, это... Кстати, вот это пиво, я не знаю, кто его убьет. В общем, я его купил нечаянно, два ящика. Но оно мне не особо понравилось. Мои гёсеры еще остались. И в гараже еще запасы есть. Там Эмили ждет. И мы собирались еще... из тыквы из этой сделки, вы посмотрите, у нее жопка немножко это уже пошла, так что половину, скорее всего, курицам. Ну, семки мы себе вообще пожарим, да и все. Там дальше уже все посмотрим. Что-то как. Эх. Вот так вот, потихоньку. Эмили. Эмили. Жир. Жирохвост. Ты что такая довольная? Эмили.
конечно, надо настраивать камеры. Я что-то никак не настрою по поводу этой подсветки, все вот это. Вот так вот. Так, подвески, надежки у нас тут готовит картошку. Не? Угу. Жарко под жарку? Жарко под жарку. Ням-ням? Как ты любишь. Все как положено. Андрюша, китикет. Китикет. Ну, высокой картошки я больше съедаю. За один раз, ребята, то и не по одной порции, такой порции. В смысле, а по одной картошечной надо? Да ладно, что ты? По одной картошечной вытаскиваешь? Так, это одну штучку уже туда положила. Это посмотреть, чтобы... Которая на пол упала, да? Нет, это посмотреть, насколько она накалилась. Да, так да, делается. Точно, да. А я не видел, что это на пол наклонилось. Я ее еще и облизнула, обсосала и бросила. Ужас. Так можно было, да? Можно, конечно. Так и нужно было. Чай с апельсинчиком. Я думаю, чайник без апельсинчика, но у нас синий. У нас все тут синие. Чайник синий. Да? Сами синие. Сами синие. Мама узнает, ты что маме не говоришь? Ты что, мама все видео посмотрит. Мама узнает, что мы тоже синие. Я сегодня все видео выложу. Нет, приготовить картошку, все покажу. Как-то вот так вот. Ребят, куда-то потерял пивас. Где-то пиво пропало. О! Нет. Не тут. Вот. О! Вот оно, пиво. Ням-ням. Огончик. Ну все, значит, берем вот сюда. Ребят, вы видели, сколько я сыра взял? Вот у меня бочоночек пивка стоит. Свой заяц. Вот и сыр. Блин, Galaxy S20, это огонь. Вот, наверное. Сыр. Две упаковки по 6 штук. И вторая целая. Огончик. В метры надо сразу закупаться, потому что... Ну вот видите, надпись офигенно сделал вот эту вот тут. Оп-оп. Я сделал до этого, зашел. Блин. Огонь. Ну, в общем, сыр тоже супер. Просто, ну так он по 500 рублей, а так по 1000 почти. Если поштучно брать по 1000, а так по 590, по-моему, по 580. Ребята, я унюхал. Вы видели, где? Да. Здесь сыр, кот. Оба-на, картошка, ребята, картошка. Ням-нямка. Ням-ням. И себе, и смотри, по себе. А вообще, надо такое. Надо продегустировать, прежде чем тебе давать, надо продегустировать. Вообще, звезда в шоке. Че, ребят, на сегодня, наверное, все. Мы еще хотели, да много всего покажем, короче. Будут... Сегодня уже жопу с полным ртом, да? Пусть это, как короткие видео, короче, будут выходить, это... Смотрите, что как, ставьте лайкос, делайте репосты, кому не влом. Что-то как, все будет путем. И вам карма, короче, это повышенно зачислено будет. Давайте, увидимся. Что-то как, ням-нямка. Потейто, так сказать. Ням-ням.